Ты просто обязан досмотреть этот ролик до конца. Ага, бутылка вискаря, блядь! Не, нет, лимонад, это лимонад. Слушай, карман, здесь хуёво, да. Слушай, карман, слушай, блядь, чистый попыток. Я тебе говорю, в трусах проще пронести, ну, серьезно, а, ребят, в трусах проще пронести. Короче, давай, давайте мы туда позвоним. Я сейчас трусы... Подождите, давайте мы позвоним туда, слышишь? Нет, на номер телефона. Так. Давай сначала ты засунешь, а потом мы тебя заснимем. Нет. Давай, Нет, я сейчас так сразу не засуну. Не-не-не. Подожди, Лёш, на тебе телефон. Позвони, на, вот. Ну да, вот теперь я прохожу храм. Все, вот номер. На, я звоню уже, давай. Давай. Иди сюда, Ты не пройдешь. Идиоты, а! Сука! Слушай, я даже не заметила, что у тебя... Ну-ка, подожди, кстати, еще раз засунь. Все, так ты идешь. Слушай, я не буду к себе сувать. Будешь ты к себе сувать. Его значок это, кстати, это мой значок. Ага, и Катя тоже значок. Сам ты в значок, блин. Ты договоришься сейчас. Все, я тебе серьезно. Я с трапом сейчас возьму, а он у меня 22 сантиметра. А давай возьмем с собой. 22 сантиметра. Подожди, нет, давай возьмем с собой, если охранник спросит, что в портфеле, достал он с трапом. Натур, возьми страпан, если что, потом... Давай, возьми. Слишком большой, я не буду ничего брать. Возьми, да нет, скажем, если что, в нем дача да просто железная. У тебя есть? Бери, покажи, бери. Кать, бери. Кать, бери. Да бери, блядь. Пойдемте такси нас ждет. Да это отмазка будет железная. Короче, знаешь, короче, к охраннику подходишь. Где вискарь? Опа, не хочешь? Да у меня в рюкзаке. Давай его, вот в этот да, потаенный карман. Все положим, подожди. Давайте выйдем, там такси ждет. Сиг взяли? Вот, лучше сам все возьми, себя не забудь. А, так, что, где находится? А почему-то я все думала, мы здесь, а мне с мамой понятно. Не горю. Да, ну ладно, идем. Че? Не. А что хотите? Лирику. Кого? Лирику. Это вот там дальше направо. Это где? Метров 100 и направо. Это вообще все шутит? Нет. Да он про другое спрашивает. Нет, мы не подскажем. Пойдемте. А. Приехали мы, короче, в какой-то караоке-бар. Да. Я не буду говорить название, но нет, ладно, скажем, да, мы это сам. Мы приехали сюда, тут открыто. Нифига. Ну, правда, народу неинтересно. Нету, вот. Приехали там за... Вот. Там, типа, кто-то сейчас что-то мутит что-то там. Несъемное. А именно такого нет. Вот. И сейчас мы, короче, ищем другой караоке-бар, где можно попеть. Сейчас мы песни просто орем. Да, сейчас там вообще... А, это мама добавила. Там просто делать нечего, да. Почему я сказала Мэдисон в начале? Это же «Мама, не горюй». Даже вот. Ну, в общем, все тухло, все плохо, и сейчас мы едем в Мэдисон. Я не знаю, что там будет. Возможно. Я надеюсь, то, что сейчас там будет все хорошо. Человека, да. Все, да. Да, ждем человека. Нас снимают. Вас снимает скрытая камера. Итак, сейчас будет наша любимая песня. И... да. Скажите, пожалуйста, холодный мужчина, она веселая. Скажите, ну, скажите, пожалуйста, что вы скажете об этом вечере? Он прекрасен. А если серьезно? О, да ладно. О, кто заказал, блин? О, они пацаны красавчики. Как ты хорошо поешь.
Ребята, спасибо, что посмотрели этот ролик. Да, и вот конец. Вот тот самый конец. И я хочу напомнить, что я снимаю ролики на заказ. И тот, кто не заказывал у меня ни одного ролика, очень много чего потерял. Вы все еще продолжаете дрочить на порнофильмы? Это уже неинтересно. Напоминаю вам, что сейчас время скидок. Вы никогда не пожалеете о том, что закажете у меня ролик. Ведь он будет настолько интересным, интригующим, и у вас будет жажда подрочить намного сильнее, чем вы, чем его желание дрочить на порнофильмы. Поэтому я жду ваших вопросиков в свои личные сообщения. А сейчас, короче, у меня такое настроение, я хочу над кем-нибудь поприкалываться. А давайте напишем какому-нибудь зрителю. Или позвоним мальчику по вызову. Нет, давайте напишем какому-нибудь зрителю. Точно, точно. Сейчас мы кому-нибудь напишем. Напишем сейчас кому-нибудь. Вообще любому, да? Ой. Только давайте тот, кого нет у меня в друзьях. Так, кто на меня подписан? Смотрим, смотрим, смотрим. Так, 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 так. А что, где надо смотреть? А друзья, да? Заявки. Кому напишем? Так, Сергей Коноркин. Давайте вот самый первый, который... Давайте мне он онлайн. Написать сообщение. Так, пишем. Я хочу тебя. Так, отправляем. А сейчас посмотрим его, хоть страничку надо посмотреть. Кто это вообще такой? Давай, только ответь мне, пожалуйста. Я на тебя надеюсь. Так, Сергей Коронкин. У него даже фотографии нет, ёлки-палки. Ну ладно, пофиг. Посмотрим, что он ответит. Я хочу тебя. Я хочу тебя. Твои фотографии. О, он прочитал. Так, ждем, ждем, ждем ответа. Ждем ответа. Он, наверное, поймет, что я над ним прикалываюсь. Он даже не хочет ничего отвечать. Вышли свое фото? Вышли свое, свой член. Нет, свое фото. Давайте для начала. Вышли свое фото. Блин, кривая клавиатура. Можешь? Можешь? Серега, честно, извини, я не знаю, кто ты, я даже не знаю, откуда ты вообще взялся. Давай еще раз посмотрим тебя. Подробно. Не женат, самое главное, хорошо. Бердск, город. Ну, в общем, там группа всякая фигня, ладно, ясно. Так, ну давай, ну ответь что-нибудь. Почему ты молчишь? Почему же ты... Молчишь, мать его. Почему же ты молчишь? Вопросик. Почему же ты молчишь? А можно фото члена? А можно интим фото? Нет, подожди, дай что-нибудь другое. А можно я одним фото? Хочешь, я тебе свое пришлю? Хочешь, я тебе свое сдаю? Красоты, это... Ага, военнопленный, блин. Свое пришлю. Так, он начал отвечать, ребята. Можно что? Можно что?
Ты такой скромный. Ты такой скромный. Не забывай потом переписку с Кира Найт выложить куда-нибудь. Ты такой скромный. Почему? Вот видите, я сама пишу, что хочу, и видите, ничего не отвечает мне. Почему? Ладно, сейчас дождемся ответа, я вам дальше включу. Он какой-то тормозок, походу, у Сергея Коронкина. Другой бы уже давно отреагировал, наверное. Пришли. Ты первый. А ты меня хочешь? Хочешь? Ты первый. Высылай фото. Высылай фото. Хочу, пишет. В общем, это оказался какой-то глухой, тухлый парниша. Ну, собственно, сейчас я... Почему я в таком виде? Потому что я снимала ролик на заказ. Вот. Поприкалываться ни над кем не получилось. Ну ладно, я его заблокирую. Снегушечка, 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 ну скажи привет. Привет моим зрителям скажи. Привет. Привет, мой хороший. Да, а ты вот такой пакостный кот стал. Почему? Почему ты стал такой пакостный кот? Мор, 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 мяу. Мор-мор-мор. Секунчик. Секунчик. Вот. Значит. В таком костюмчике я могу вам отоснять видео. Кстати, сегодня я в трусах, на удивление. Сегодня я не могу быть без трусов. А вы любите... О, Сника любит латекс. Да. Латекс. Вот это вот винил, а вот это вот латекс. Да. Кто хочет на место Сники, напишите в комментарии. Хорошие мои. Кстати, следующий влог будет вообще безобидный, скромный. Да, и мне хотелось бы узнать ваше мнение. Что вы хотите видеть в блогах? Мою спокойную жизнь, если ее можно назвать спокойной, либо какую-то жесть, которую, в принципе, я никогда не показываю, но она происходит, я вам скажу. Она происходит, конкретно происходит. Просто я почему-то всегда боюсь выкладывать такие вещи, ведь люди будут осуждать, что-то писать, вот, но... Я думаю, что надо иногда, да, разбавлять свой контент именно такими вещами. И нет, я не под чем-то. Я абсолютно нормально, да, вот, поэтому не думайте ничего плохого, просто пишите комментарии, пишите, предлагайте свои идеи, черт побери. А еще лучше ставьте лайки, я очень их люблю. Так как у меня сейчас нет возможности выкладывать фотографии в Инстаграм и так далее, потому что у меня нет телефона. Ну, у меня есть телефон, но он совсем трындец, индец. Вот, поэтому ждем находки. Ждем. В общем, все. Че я как дура? Хотя я и есть дура. Ладно, друзья, все. На этом я хочу попрощаться. Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь ко мне на канал. Я вас всех очень-очень люблю. Просто вот сегодня какое-то вот такое дурацкое настроение. То хорошее, то плохое. И поэтому я всякую дичь несу. Несу. В кровать сейчас понесу. Сейчас разбирала свою вот эту всякую одежду. Там, оказывается, столько игрушек еще. Вот, мне так-так захотелось. Я, наверное, сейчас отключусь, ну, чуть-чуть помонтирую и буду играть в игрушки. Играть в игрушки — это ведь неплохо. Нет, конечно.
пока!